совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса, частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса и назначить ему наказание. По части 2 статьи 286 Уголовного кодекса в виде 2 лет лишения свободы. По части 3 статьи 30 и части 4 статьи 160 в виде 3 лет лишения свободы. На основании части 3 статьи 69 путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Савинцу определить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании статьи 73 назначенное наказание считать условно с испытательным сроком 4 года. Обязать Савинцева один раз в месяц являться на регистрацию специализированного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по графику, установленному данным органом, не меняет место жительства без уведомления этого органа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. Взыскать с Савинцевым процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения экспертам и свидетелю в размере 307 192 рубля. Определена в приговоре судьба вещественного доказательства. Приговор может быть обжалован на Алтайский краевой суд через Центральный районный суд города Барнаула в течение 10